Всем привет! Рассказываю про баню. Шикарную парную, которую мы построили. Целый комплекс, а не баня. Начнем с печи. Печь шикарный итальянский кловер в бразильском талькомагнезите. Это очень качественный материал. Печь шикарная. Италия, настоящая Италия. Мягкий пар, комфортный мягкий пар. Натопили печь, можно париться несколько часов. За печью также талькомагнезита с той же Бразилии выполнена стена и потолок в форме радиатор. Смотрится обалденно. В композиции добавили стол из толстого талькомагнезита бразильского и расположили на этом столе курну из светлого шикарного оникса с подсветкой. Открываем кран, зачерпываем воды, поддаем в печь. Рядом с печью оникс. Это дополнительное освещение в бане. Это интерьер. Это шик. Это красота. Это благородство. Идем дальше. На потолке можжевельник по периметру потолка. На собственном производстве мы выполняем это панно. Делаем подсветку. Подсветка корите. Термостойкое оптоволокно. Никогда не перегорит. В центре шикарное панно из того же шикарного канадского кедра, которым мы зашили стены. Только на потолке это массив с фрезеровкой. Такие вот рисунки получились. Стены сами, повторюсь, канадский кедр. Отборные, подбирали по цвету, по структуре. Широченный материал. Непередаваемый запах от него будет во время парения. Температура, влага дает свое дело. Запах фруктовыми деревьями. Полки также из канадского кедра. Спинка сделана из абаша. Массивная, широченная спинка с подсветкой. Вернемся к полкам. Полки из канадского кедра также. Благородный материал. Самое лучшее, что может быть в бане, это канадский кедр. Формы. Посмотрите, какие формы. Гнутые, клееные, точеные элементы. Как на верхнем полке, так и на нижнем. Все под заказ, все на своем производстве. Полки сделаны полностью парящие, ни одной стойки. Все опоры только на стены. Можно на нижнем полке лежать на всю ширину. Можно и вниз заглянуть. В общем, шикарно, удобно, комфортно. На этой стороне полка дополнительная опция – второе дыхание. Отсюда идет свежий воздух, поступающий с улицы. Человек лежит, спиной вверх, его парят. Он лежит в температуре большой и дышит свежим воздухом, поступающим с улицы. Композиция шикарная. Канадский кедр, оникс, итальянская печь, можжевельник, несколько видов подсветки. Баня – бомба.